Тема охраны окружающей среды уже второй раз на этой неделе обсуждается чиновниками. Начальник регионального департамента госконтроля Дмитрий Ковалевский рассказал журналистам о том, как в правительстве планируют решать экологические проблемы. До настоящего времени этому вопросу не уделяло серьезного внимания. Первоочередная задача властей – принять участие в целевых федеральных программах и привлечь в регион денежные средства. Для нас это сейчас задача приоритетная. Мы подходим к ее решению совместно с профильными органами власти в тесном взаимодействии с Комитетом по природопользованию. Первые шаги, значит, уже предприняты на буквально предстоящих заседаниях правительства. В конце июля будет вынесен вопрос об утверждении областной целевой программы развития водохозяйственного комплекса региона. Но ждать, пока в область придут деньги, не стоит. Есть ряд проблем, которые нужно решать на местах. Одна из них – состояние контейнерных площадок. Тут, по словам областных чиновников, есть два аспекта. Во-первых, нормы накопления отходов давно не пересматривались, и они не соответствуют сегодняшнему дню. Организации, которые осуществляют сбор и вывоз отходов, они работают не фактически собираемом мусоре, да, а на основании нормативов, которые рассчитаны на одного жителя. Вот уже практика, сложившаяся, показывает, что вот эти нормативы, они действительно занижены. Потому что в эпоху развития, скажем так, индустриального, да, развития общества, уже количество отходов, которые образуются от одного человека, они существенно выше. Во-вторых, за состояние контейнерных площадок никто не несет ответственности. Устанавливают их одни, а мусор вывозят другие. Хозяина у земельного участка как такового нет. Мы давно уже добиваемся, чтобы администрация города приняла меры по выделению земельных участков, на которые эти контейнерные площадки находятся, и предоставление их в аренду управляющим компаниям. Тогда будет уже возможность спросить с управляющей компанией или других организаций, которые арендуют эти земельные участки, за чистоту и порядок на них. Еще один острый вопрос для нашего региона – утилизация твердых бытовых отходов. Здесь власти рассчитывают только на государственно-частное партнерство. Уже нашлись инвесторы, которые начнут строительство мусороперерабатывающего завода неподалеку от Иваново. По словам властей, приступить к строительству предприниматели планируют уже в этом году. Также похожие заводы возведут в Кинешемском и Шуйском районах. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.